На Пермском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» построит комплекс каталитического крекинга. В рамках меморандума о взаимопонимании между компанией и Пермским краем по реализации этого крупнейшего инвестиционного проекта «Лукойл» планирует привлечь в качестве исполнителей предприятия Пермского края. Ожидаемые инвестиции в проект составят более 100 миллиардов рублей. Запуск комплекса, запланированный на 2026 год, позволит увеличить производство высокооктановых автомобильных бензинов, а также начать выпуск пропилена для использования в качестве сырья на нефтехимических производствах компании. Ввод новой установки позволит создать в Перми около 400 дополнительных рабочих мест.